Торжественный марш знаменной группы, дробь барабанов. Рапорт сдан, рапорт принят. Сегодня, как и много лет назад, пионерия Городецкого района отмечает свой праздник 19 мая. На линейке пионеры прошлого и настоящего вспоминают юных героев и чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. Пионерская организация в школе у нас была. На одном из пионерских сборов школы меня и принимали в пионеры в 59 году. Мы собирали класски на колхозном поле, а на приусадебном участке мы выращивали овощи для того, чтобы каким-то образом нас могли позднее уже покормить. Столовой школьной не было, просто наша учительница готовила у себя на плите, она жила там, и проживающие далеко могли каким-то образом перекусить. Хорошо, что есть пионерская организация, она воспитывает у детей такой правильный дух, дисциплинированность. Пусть это движение развивается. Свое столетие пионерская организация отметила торжественным маршем по улицам города, в колонне те, для кого пионерский галстук был всегда символом отваги, мужества и преданности Всесоюзной детской организации имени Ленина. Мне сегодня было приятно, когда я шла по улице, что люди фотографировали нас не потому, что ради фотографии, а, наверное, сразу тоже вспоминали свое детство. Думали, ну неужели это опять может повториться, повторяется? Какое это было яркое, живое время, когда мы были все вместе, дружили, значит, собирали металлолом, макулатуру, проводили различные мероприятия, ходили с горном, значит, маршировали там с теми же барабанами. Ну, такая какая-то жизнь была общественно очень развита среди ребятишек, и так было нам всем интересно. Был вожатым. Приятно вспомнить былые времена, все эти слеты наши, приятно встретиться с коллегами, поделиться эмоциями, впечатлениями. Праздник продолжился в сквере Пионерии, где в 1972 году была заложена капсула времени с посланием пионерам 2022 года. Этот листок, залитый воском для сохранности, показали всем участникам торжественного сбора, а само письмо прозвучало как аудиообращение. В нем добрые дела пионеров прошлого столетия и напутствие быть верным идеалам юных ленинцев. Любить свою родину, быть верным дружбе, уважать старших и заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Сегодняшний день он переполнен состоянием гордости за свою историю и за то, что мы живем в России. Как бы это, может быть, с одной стороны громко бы звучало, но у нас сегодня день доказал, что история никогда не умирает. Поэтому, ну, пионеры для меня это вообще мое не просто детство, это начало моей профессиональной деятельности. Поэтому пионерская организация – это еще и мой первый шаг в мою профессию. Поэтому я сегодня та, которая есть, я из пионеров. Во всех школах, где я учился, у нас были детские организации, которые, может быть, не назывались пионерскими, но, тем не менее, продолжали те идеалы, которые воспитывала организация среди своих членов в советские времена. Я читал очень много книг про пионеров, особенно про тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Помню, дома у меня была целая серия «Библиотека пионера», кажется, так она называлась. Соответственно, мне были весьма интересные рассказы, повести про ребят, которые, по сути, от моего возраста занимались уже большими серьезными делами. Поэтому, наверное, мне не чужды идеалы пионерской организации. Как показал сбор, летопись пионерии продолжается. На торжестве в честь юбилея были подведены итоги года. Ветеранам пионерского движения и пионер-вожатым 90-х-2000-х были вручены благодарственные письма. Ребята получили награды за активное участие в мероприятиях и победы в конкурсах. Сегодня тебя наградили. Почему ты участвуешь активно в делах? Можно сделать самому карьеру, лучше подготовиться к ЕГЭ, чем участвовать во всем этом. Участие в данных мероприятиях, конкурсах сподвигает меня к развитию. То есть я саморазвиваюсь, я получаю новые знания, новые знакомства и
Я живу этим, и я хочу продолжать заниматься этим дальше. Пионерское движение продолжается не только в нашей школе, но и во многих школах Городецкого района, Нижегородской области и всей России. Мы сами создаем благотворительные акции, помощь животным. У нас проходила акция «Доброе сердце». Мы собирали средства для детей из дома малютки. Также мы собирали корм для животных. И также мы участвовали во многих других акциях. Столетие пионерии отметили в Городецком районе торжественно и звонко. Во всех школах прошли классные часы и праздничные линейки. В честь юбилея была заложена аллея, организованы выставки, творческие и спортивные состязания. Мои родители были пионерами, и мне всегда интересно послушать о том, что они разговаривают, о том, что они рассказывают. Мне интересно послушать, какие ценности у них раньше были, что им было важно. И сейчас я понимаю, что детей воспитывают именно так. Сейчас вожатые основываются примерно на те же самые ценности и убеждения. И это очень важно для подрастающего поколения. Сейчас, да, создаются новые организации, в которых все равно есть вот это вот единство, массовость и объединение.